В селе Выдрино Кабанского района планируют создать туристический курорт. Ожидается строительство отеля на 200 номеров, ресторана, летнего кафе, причал и необходимой инфраструктуры для обслуживания и проката судов. Будет сооружен маяк со смотровой площадкой, помимо этого благоустроят пляж, а уже после 2024 года планируют заняться развитием горы Мамай. Тут начнется строительство пункта приема туристов в зимнее и летнее время. Проект очень большой, амбициозный. Общая стоимость оценивается в 1 250 000 рублей. И реализовывать будет его компания, которая уже прошла регистрацию в августе 2021 года. Компания называется «Славное море порт». От Республики Бурятия инвестор просит посодействовать в строительстве объездной дороги к площадке, да, где будет реализовываться проект. Добавлю, что объект намечен на 2024 год. Будет создано около 150 рабочих мест. Уже сейчас идет проектирование будущей объездной дороги в Выдрино.